Доброго всем времени суток. Я тут весь немножко вымазан. Это у нас... Иди сюда. Вот, красавец у нас. Иди сюда, пёса. Вот. Приехали мы на водоемчик на Форелевой с Никитой. По идее, по прогнозу, должно быть минус 6. Штормовое предупреждение. У нас 2 дня назад выпал первый снег. Даже не 2, можно сказать, 1 день назад. Вот красавец, который тут возле нас. Короче говоря, попробуем. Не знаю, что получится. Будем опираться в большой водоем, а там глянем. Надеемся, что будет что-то. Да, Никит? Да. Что-то как бы, что их хорошо, да? Вот, посмотрите, палочка. Вот. Это я собрал для... Алекса Дашевского в Нью-Йорк. Супер Рози Фигаро. Вот попытаюсь ее обловить. Попытаюсь ее, скажем так, обновить для человека перед тем, как она поедет в Америку. Специально больше ничего не брал. Была у меня когда-то Супер Рози Фигаро, но я уже, честно говоря, забыл даже, какая она. Вот собрал, сейчас посмотрим, чего и как. Никитос тоже половит, если интересно. Половит? Вот специально брал в расчете на мороз, потому что прогноз был такой: минус 4, минус 6, ветер до 5, плюс штормовое предупреждение и, как пишут на сайте, по ощущениям минус 9. Взял шапку зимнюю, рукавицы теплые. Приехали, а тут даже снега нет, растаяло все. Приехали еще потемно. Будем упираться, стараться в большом водоеме, поскольку ни мне, ни Никите рыба не нужна, но поимки нужны. Вот, рассчитываю на большую, или, скажем так, на нормальную. Подцепил бомбарду на одну из палок. Подцеплю креветочку, заброшу. Мало ли, чем черт не шутит. В былые времена у меня здесь получалось. И с икоркой все было хорошо. Не знаю, сейчас получим, посмотрим. Кстати говоря, интересная такая хренопень. Попалась мне вот в руки... Вот такая вот блесенка. Сейчас покажу. Вот. Такой блесны у меня еще не было никогда в жизни. Это американская. Посмотрите на ее размер. А весит она всего 3 грамма. Вот. В магазине Best Spin Kumua, если кому интересно. Вот. Стоит она весьма недорого. Но не знаю, я хочу попробовать. Такая большая блесна и такая легкая. В общем, посмотрим. Есть чего потестировать, есть чего посмотреть. Никитос он уже ловит. Ты джигуешь, да, Никит? Да. Вот. А я начну традиционно с колебалок. Сейчас заброшу бомбардочку и буду дубасить, ну, или пытаться ловить на колебло. Так, интересную такую хрень обнаружил. Вот жена купила креветок специально для бомбардочки. Вот это все. Вот это вот, ну сколько их тут, 3 там, я не знаю, с десятка, наверное, нету, 30 гривен. Вот такая у нас действительность, да, Никит? Получается 1 евро, десятка нету креветок. Очень хочется в Испанию после таких цен. Так, показываю, крючочек маленький, карповый. Вот, обдирать ничего не буду, поскольку ни подсечек, ничего делаться не будет. Просто заряжу. Просто заряжу и заброшу. Следить не буду. Как бы бомбарда для чего? Как увижу, что моя бомбарда гуляет по водоему. Вот так это будет выглядеть. Значит, рыб есть. Тогда только возьмусь. Вот сейчас уйду от основной массы. Будем надеяться, что люди не такие психованные, как мы. Что не попрут. Вот сделаем следующим образом. Установим тычку, я делаю так всегда, когда ловлю таким макаром. Поводок, не знаю, 1,5 метра. Вот. И все. И оставлю ее стоять на тычке. Был случай с той стороны. Игорь зацепил, через дно водоема пропер и палочку. Слава богу, ничего не случилось. И это
Вот, как увижу, плавает, значит, рыба есть. Как правило, она вот такое вот берет, самая пассивная, самая осторожная рыба, которая здесь уже прошла крым и рыб. Ну, будем надеяться, что икоркой побалует. Сейчас пойдем с Никитой по 50 капель вжарим. А я как бы иду, а Никита говорит, сейчас бы бахнуть по 50 капель. Да за рулем нельзя. Я говорю, так ты же не знаешь, с кем ты связался. Сейчас накроем тут поляночку небольшую. Все-таки это первая рыбалка следующего сезона. Ты, кстати, пробовал, нет? Я его когда увидел первый раз на картинке, я думал, что это вискарь. Оказалось, бальзамчик, весьма приятная штука. И в чаек, и согревает. Так, вот такую полянку я накрыл. Сезон открыть. Никита Владимирович, по 50 за открытие. Все, сейчас мы с ним по полтишку. Вот, и приступим к рыбалке. Не гербал, а хербал. На целющих травах. Бля. 17 трав. Так, бери. Дорогой. Ну, за рыбалку. За что я тебя люблю, говорит, так, за лаконичность тостов. Ну, давай, за открытие сезона, дай бог, чтобы сезон удался. Наделал я тут и новые блесенки, и новые цвета, вот такие. Сейчас будем пробовать. Так, ну, осенний. Вернее, уже зимний, уже декабрь месяц. Эх, красота. Хорошо, что у меня жена договаривала вчера, куда вы поедете. А у нас снегопад, у нас ветрюган сумасшедший. В общем, короче говоря, было очень, очень невесело. Вот, неужели вы поедете? Говорю, Таня, разберемся. И вот такая красота по погоде. Туманчик, конечно. Так, пойду я на дальний кордон. Эх, и поляна. Эх, и поляна. Душа поет. Так. Пришел поближе к бомбардочке. Стоит на месте. Никуда не двигается. Значит, пока никто. Будем пробивать дальний кордон. Вспоминать ощущения, давно забытые, по поводу Супер Рози Фигаро. Поставил пока Космастер. В общем, пока с Никитой упираемся тут. Не, какие мы все-таки молодцы, что поехали. Так бы сидели дома теперь. И облизывались, что погода нормальная, а мы по домам сидим. Покидал Брак-Космастер. Сейчас заговоренночку поставлю. В пассивном свете. Посмотрим. Ну тут... Как бы сразу на поклевку и рассчитывать не приходится. Я уже не знаю, когда последний раз тут рыбу запускали. Поклевочка была? На что, Никит? Какой цвет? Моя колебалка? Не захотела? А ну покажи. Понятно. Сейчас. Дай гляну. А, ватерочек. Ватерланд. Вот вам, пожалуйста. Пробуй. Две поклевки было, да? Понял. Значит, надо не яркие цвета. А хорошая была? Ну, размер. Ну, около килограмма. Так. Вот вам заброс розика. Туман такой, красота. Господи, я на рыбалке, наверное, недели три не был. Вот этот лом такой перед ледоставом.
Хотя вот смотрите, погода какая. Понедельник у нас было плюс 10. Во вторник у нас было минус 4. В среду было минус 6. В четверг уже минус, тоже, по-моему, 6. В пятницу минус 2. Сегодня у нас суббота. Никит, ты выезжал, сколько было, термометр показывал? Плюс 1, да? Вот так вот. Вот такая у нас... В общем, такое здесь хреновое лето, мягко выражаясь, но грубо говоря. И это, заметьте, декабрь месяц. По-моему, второе число сегодня. Сегодня второе или третье? Третье, да? 3 декабря. Вот такая погода может быть и на Новый год. Это вот как бы иногда, мне пишут письма, допустим, не могли бы вы протестировать такую-то зимнюю леску. Я говорю, я согласен тестировать все. Только если будет зима, и у меня будет возможность выехать. Потому что с моими 110 килограммами плюс барахло зимнее, а это как бы ледоруб, вернее ледобур, все остальное, тут как бы не очень-то, не на любой лед зайдешь. Ай, как палочка бросает, сказка. При том, что здесь клейка. Вот такая вот супер Рози Фигаро. У Никиты опять поклевочка была. Провожала его форелька. Вот я поставил в районе 4 с лишним грамм. Ну, так приличный заброс. Забыл я уже, в руках не чувствую Розика. Просто в руках не чувствую. Очень надеюсь, Алексу понравится палочка. Так, дождался и я поклевочки. Была поклевка. Поставил темную блесну, коричневую. Вот. Сейчас покажу вам. Это моя личная разработка. Просто, ну, как бы пытаюсь понять и не понять, а заново протестировать палочку. Вот такая вот коричневая с черным. С этой стороны медь. Вот. Ух, ё! Надеюсь, видно, куда полетела, на ту сторону. И на проводочке была поклевка, но не засеклась. Есть тут рыбка, есть. Поставил воблерок, цуриное, убийцу. Вот. Вот так вот она твичит. Невзирая на то, что здесь клеечка, то есть, в принципе, микроджиговая палочка. Справляется на ура. У нее тест несколько завышен. Она так, я так думаю, грамм до 8. Уже часок мы с Никитой. У меня было 2 поклевки. У него, наверное, штучки 3. Пока так. Поставил юзурика. Вот. Пришла прям под берег. 2 раза ткнула носом, но не засеклась. Есть рыбка, есть. Но не активная до ужаса. Сколько мы уже? 2 часа, наверное, с тобой, да? Ловим там, где полно всего. Без трусов в воду не зайдешь, но все равно красота. Ветерок, правда, немножко поднялся, так мы тут. Клевки тоже хорошо, мы же не за рыбой приехали. Не, ну я с тобой согласен, что не за рыбой, но хотелось бы подержать. Мне надо палочку разловить Алексу, чтобы она уже... В Америке была полностью разловлена. Это усамик. Вот. Ладно, сейчас будем подборки делать. Никита упрямый. Он на, как на ту блесну поймал поклевки. Вернее, поклевки поимел, так и больше ничего не ставит. А я тут... А? Нет, так а кто бы не верил? А я меняю со страшной силой. Надо поймать нормальную трудовую рыбку. Вот туман у нас, ветерок поднялся. И сейчас на раз хожу к Herbal парку. А? Кофейку не против. Кофеек тоже нехило. Вот явно, что она не активна. Не знаю, может, тот слом погоды, вот этот вот, что творится. С одной на другую.
С мороза на оттепель. Показала, что она есть, то хорошо. Не, ну во всяком случае. Есть во что упираться. Да. Упираемся. Водоем таких. Ну, учитывая то, когда сюда последний раз выпускали рыбу, то, конечно, дикие. Вот. Если нам веселье надо будет, мы пойдем вон в кафе и там повеселимся. Хотя, если она не берет, она и там не берет. Тут. Так, есть у меня рыба. Есть на бомбарду. Не уверен, что она более-менее достойна. И под саки нет. А, так она нормальная, такая, грамм 500-600. Вот, есть она, есть. А? Не-не, я так возьму. Единственное, что заглотила, наверное, по самые помидоры. Хотя, кто его знает. Но, во всяком случае... Ой-ё! Сейчас посмотрим. У меня все. Ё-пересеты. Пока нет. Так, покидали мы с Никитой полтора часика тут. Говорит, пошли к Гербалайфу сходим. У нас же там накрыто. Вот. Ну ты идешь? Гербалайф-то стоит. Никит. Стоит, это хорошо. О, правильно. Вот ты мыслишь. Видишь, сразу видно, молодой, здоровый. Вот, правильно. Сейчас отметимся, продолжим. Никита Владимирович отказался. Вот, а я 50 грамм лечебного вжарю. Сейчас вот ради интереса поставлю эту блесну. Вот размера сумасшедшего, но 3 грамма весом. Вот, посмотрим, чего она даст. Как она вообще себя ведет. Ну да. А сейчас посмотрим где-нибудь, как она при проводочке. Ну, надеюсь, видно, жопкой виляет. Обалдеть. Слышь, никогда не видел такого-то, первый раз в жизни. Интересно, оно интересно, как ее форель. Сейчас пойду на малыша, попробую на нее вжарить форельку. Мне просто интересно, как на такой размер небольшая рыбка среагирует. Вот тут, по идее, концентрация рыбы побольше. Очень тонкая, очень легкая. Первый раз мне попадается именно вот такого плана американская блесна. Сейчас попробуем хоть тычок заработать. Ой-ой-ой, уже. Надо очень медленно вести, потому как... Ух ты! Да была поклевка. Так самое, ее очень медленно надо навести, иначе выходит на... Я с Алексом разговаривал, он мне переводил название этой блесны. Забыл, как там, листок красивый, не помню. Гля, как она ведет себя. Посмотри, смотри. Ты видишь? Нихуя себе. Ты посмотри. Ай я. У меня уже две поклевки на него было. Ну, опа. Третий удар. Опа. Ух, сход. Так, ладно. Тут, конечно, крючок галимый, но... Есть. Ай-яй-яй, сошла. Обалдеть. Никогда не ожидал. Такой размер. Удары. Да, тут надо... Зря я крючок не поменял. Сейчас покажу. Вот такое здесь вот. Ну... Не хотелось бы американское непонятно что. Вот. Да. Вот вам жизнь. Век живи, век учись.
Надо будет сделать. Ух, опять сошла. Не просекает он, надо крючок поменять. А где у меня? Слышь, я тебе сейчас могу ее дать. Кайфанешь по полной. Там крючок полное говно. Вот, прости господи, чтоб слух подумать. Боже, как она играет, ты посмотри. Обалдеть. Смотри, 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 что творит. Ты видишь? Глянь. Так это я ее практически не веду. Не, я в шоке. Вот тебя всю жизнь ловлю на колебалке. И каждый раз открытие. Надо будет как-нибудь видео снять. По всем блеснам, которые у меня были. У меня там много было. И супер дупа, и дупа пупа. В общем, короче. Слышь, прям видно, как она бьет в блесну. Обалдеть, обалдеть. Слышь, надо будет делать такую. Обалдеть. Не блесна, а сказка. Надо будет нормальный крючок сюда повесить. Обалдеть, обалдеть. Ну хоть одну я поймаю. Есть, есть. Есть, 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 есть. Наконец-то. Может, не сойдет на этот деревянный крючочек. Вот она. Вот сами можете видеть, и все в прямом эфире. Вот. Вот она, вот она, вот она, вот она, вот она. Алекс. Возьмешь камеру, не? Ну, хоть эту, на, возьми. Я хочу, чтобы Алекс увидел, как палка под нагрузкой себя ведет. Специально для Алекса. И палку снимать, как она. Вот, сейчас затяну фрикциончик. Ох, вот так вот ведет розочка. Та, что я собрал для него. На рыбке, Алекс, смотри. Вот так вот, вот так вот, красота. Вот такой изгиб. Вот, колечки здесь, кстати говоря, все в титане, New Concept. Кольца только 100 баксов, слышь, обошли. Вот. И, скажем так, сейчас попробую ее достать. Ух ты, ух ты, ух ты, ты бойкая. Ну такая, не знаю насколько. Вот она, вот она. И блесенка с голимым крючком, не побоюсь этого слова. Вот, и рыбка. С икрой. Ну, а? С икрой. С икрой возьмем, возьмем. Ну там. Так, пару слов для протокола. Вот такой вот крючок. Даже не знаю на кого. Вот. Удивлен, честно говоря, этой блесенкой. Где-то у меня тут. А, вот. Вот ее упаковка, кому надо. Вот, чистый пиндос, прошу прощения, американец. Slim Fin или Fine. Это или красивый, или хороший листок. Мне Алекс из Нью-Йорка переводил, я ему показывал. Вот такая вот блесна. А вот адрес магазина. Это если кому надо, кому не надо. Интересно, вот такая вот очень тоненькая, очень большая. Мне понравилось. Ведет она себя довольно-таки изумительно. Ну, ты сам видел, да? Обалдеть. Сыпется интересно. Странно. Впервые в жизни встречаю такую громадную блесну. Ей бы, по идее, ну, минимум 7 грамм, да? Да-да. Вот. Вот, в общем, вот такая вот картина. И ловит. И ловит. И ловит. Сейчас перевяжусь. Будем продолжать упираться в большом. Не знаю, видно вам, нет. Снежок пошел. Пошел снежок. Так и, наверное, погода паскудится. У-у-у, как хорошо. Ну, может, хоть эта рыбу активизирует. Сейчас не знаю. Наверное, надо одевать шапочку. Руки стали мерзнуть. Все-таки прогноз погоды. Прогноз погоды. Вот. Уже руки стали мерзнуть. Не знаю. Ух, стало холодать. Наверное, надо шапочку одевать. Поблатовал маленько и хватит. Так, ну ладно, все-таки у меня есть надежда на крупный рыб. Возьмем креветочку. Попробуем все-таки. Валит такой мелкий снежок. Мелкий. Вот. Сейчас ради
куражу, наверное, ветерок поднялся. Ну и то, слава богу, хоть несколько. Ой-ё, вон вода прям. Сейчас помажу креветочку немножко вонючечкой. Суперсекретной. Вот, шутка юмора, конечно. Заброшу здесь. В надежде на икряную хорошую форельку. А сам побросаю колебушечки. Вот, Никита сюда. Вон Никита на ту сторону пошел. Вот. Я сюда вернулся, потому что у меня тут бомбарда с креветкой. Пока. Пока. Колебушечку. Это, как я называю, перепелиное яйцо, только уже нового такого формата. Более темное, коричневое. Пытаемся так. Немножко бывает ветерочек и такая мрячка. Мрячка. Не то, чтобы там дождик или чего, но мрячка. Никита там, он шарится по той стороне. Вроде немножко снежок прекратился. Вот. Но ветер, конечно, усилился. Прям хорошо слышно, не знаю, слышно меня или нет. Вот, ну, пока упираемся. Пришел вот ради эксперимента в маленький. Взял опять того американца. Вот, вот смотрите, вот какая вот проводочка на таком размере блесны и таком весе. То есть это еще надо нервы иметь, чтобы вот это вот провести. Вот если кто ловит, есть у ватера алюминиевая блесенка. Вот просто хочу понять эту блесну для себя. Там на большом поймал пару штук. Мне хватит, а тут мне интересно, крючок у нее очень хреновестенький, скажем так. Вот, поэтому сходы будут однозначно, но... Для себя хочу понять эту блесну, как сыпется, как твичить, как вести. Блесна открытие. Вот. Ух ты, вот это удар был. Вот. Но опять же, учитывая крючок, обалденный. Ух ты, опять. Что она вытворяет на твиче? Вот жалко, что камера, поляризация, как она падает. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. И что-то стоит там, я не помню, но честно говорить не буду. Надо будет посмотреть, если что, я видео ставлю. Ой-ё, ай, кустики. Слава тебе, Господи, что ховёный крючочек одинарный. Боже, что она творит? Она как воблер. Сантиметров на 20 в сторону валит. Не знаю, видит тут камера, покажет, нет. Надо будет как Никиту попросить, чтобы сняли ее проводочку. Эй, бедный песик. Вот так. Даже на говенном крючке. Ой-о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 й. Даже на говенном крючочке вот такая блесенка пиндосовская. Ой-ой-ой. Ну, с этого крючка схода не будет. Тут даже к доктору не ходи. Поскольку он долго засекается, но если засекся. Ой-ё. Стоять, Мухтар, стоять, 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 стоять. Так, взял с собой дубинку. Вот. Люблю тебя, Германия. Научила бережно относиться к рыбе. Не мучить ее. Вот такой крючок. Если залезет, гад, то уже не вылезет. Еще и бородка. Надо хоть бородку прыгнуть. Сейчас, наверное, пойду прыгну в бородку. Так. Крючок я все равно потом выкину. Ну, хотя бы безбородым сделаю. Ёлы-палы, это же надо такой крючок. Сейчас попробую еще вот так согнуть. О! И вот так. Сейчас посмотрим, куда и чего.
Никитушка он стоит там на моем любимом месте. Вот. Чего-то там крутит. Так. Согнул я крючочек. Сейчас попробую твичем. То есть пауза. Ну вот как воблером. Колебалочка очень легкая. Скажем так. Сыпется очень медленно. Все, кончилась счастливая жизнь. Сейчас здесь будет куча людей. Ну, хоть несколько рыб поймаю. Лящик такой калечный. Как только согнул бороду, засекаемость в разы лучше стала. Так, продолжаем понимать колебалочку. Поклевки есть. Не, блесна сказка. Может, видно, что она вытворяет. Она все-таки яркая. Как сыпется. Обалдеть, обалдеть. Ну, это моя рыбка. Слышь, вот... Маленькая. Ну, такая попалась. Я говорю, вот взял, сделал безбородый крючок. Ага. Сразу засекаемость в разы лучше. Просто вот, не, я кайфую от этой блесны. Кайфую просто, ты что, это ты, вот сказка. Глянь, ее можно с воды выбросить, ну как бы прям выстрелить. Пытаюсь это самое, твичинг, шмичинг, опа. Опа, глянь. Да что ж ты хочешь, не, родная. Не, гадюка, таки вцепилась. О, видите, как хорошо. Вот так вот. Даже при галимом, скажем, якоре. А что у тебя там были поклевочки? Никит, возьми вторую камеру, снимешь, как блесна ведет. Я просто в восторге от этой блесны. Никогда в жизни не мог подумать, что вот такое вот и так будет работать. Обалдеть. В жизнь бы не подумал. Тоже клево прекратился, но это и хорошо. Теперь можно более адекватно попробовать половить. Тоже минут 10, наверное. Полощем. Пытаемся под камышек раздраконить. О, наконец-то поклевочка. Интересно, сойдет? Ух ты! Или не сойдет? Эх, что творит? Палочка как отрабатывает, розик. Ну, такая приличненькая. Грамм 700. Танцы с бубном. Фрикцион поет. Опа! Ну, даже, наверное, больше, чем... Вот. Сейчас уговорим. Все. Есть контакт. Рыбу умертвили. Сложим до кучки. Это гораздо интереснее. Вот когда очень много сходов, рыба уже накололась. Можно уже более адекватно оценивать. Но блесна, конечно, удивила.
Вот только проводочку побыстрее, она вот сейчас с воды вылетит. Вон, видите, что творит. То есть вообще убегающим. Надо будет ее обязательно в следующем сезоне по белой рыбе протестить. Сейчас попробуем с Никитой показать, как себя эта блесна ведет на проводочке. Ты готов, Никит? Видно? Давай. Блесенка, конечно, когда вот так рядом и на заказ, оно хреново получается, но тем не менее, тем не менее. Вот, вот, вот она семечка, вот она, видишь? Вот она как палочка работает. Снег на объектив попадает. Снег? Ага. Ну, какие погодные условия? Геннадий, вы увлеклись. Ну все, это была крайняя рыбка на сегодня. Вот, будем закругляться. Не, ну, Самоэвакуировалась. Я считаю, что правильно мы сделали с тобой, что поехали. Как ты думаешь? Думаю, все хорошо вышло у нас. Погодка немножко, конечно, портится, но зато блесна открытие. Вот. Не ожидал, честно говорю. Повторюсь, надо будет как-нибудь вот больше в нее въеду. Я по ней обзорчик сделаю. Вот это вот. Ну ты сам видел, да? С галимым таким, мягко выражаясь. Который я даже, ну, ту бычка только ловить на море, только таким крючком. Ты ее вот. Не прячешь, а сейчас попробую чуть ее покидать. Серьезно? Ну, так мы же уже все. Не, ну все. Ну ладно, давай я тоже один заброс ей, вот этой блесной. Остановиться трудно. Азарт он такой. А потом ты. Кстати, розочкой побросаешь, что скажешь себе. Хорошо. Так, ставим опять эту блесну с галимым крючком. Вот. С правильным. Правильно, да? Капец, оторвало. Ударило и все. Ё-па-ре-па-па. Вот где огорчение. Что скажешь, Геннадий? Хочется сказать очень много, очень хороших, крепких слов. Первая рыбалка. Русский. Так понравилась эта блесна, придется покупать следующую. Короче, ну вот, все, нету. Удар, ты видел, аж палка согнулась. Не цепишь, ничего, все в прямом эфире. Вот вам блесенка. Так, Никита взял Супер Рози Фигаро от Мибару. И забагрил, честно, честно забагрил за спину рыб. Вот, ну на это крайне уже, да, Никит? Да. Погода попортилась крепко, идет снежок. Вот, на этом будем закругляться. Ветрюган у нас тут все повалял. Вот. Будем потихонечку собираться, потому как сейчас, наверное, еще 50 капель. Холодновато. Никита убежал, а я не смог удержаться. Пробую еще. Опа! Ах, сошел. Пробую еще одну возьму. Вот это уже крайнюю, чтобы уже душу рыбацкую, вымотанную без рыбалки состоянием, потешить.
Вот, хотя, ну не знаю, сегодня дети придут, им рыбка пойдет. Вот. Итак, вкратце, наверное, подытожу. Очень доволен тем, что все-таки выехали. Хотя меня отговаривали, Никиту отговаривали. Вот. Но, тем не менее, мы поехали. С утра было вообще приятно. Поймали рыбку везде. И в большом водоеме, и в маленьком. Единственное, что, конечно, меня жена просила такую хотя бы на двушечку. Но не клюнула, не сложилось. Вот смотрите, мы приехали, тут была слякоть. Вот уже снег, сколько снега. Вот. Во всяком случае, блесну жалко. Ну, во всяком случае, она недорогая. Я знаю, где она продается. И такая блесенка у меня будет обязательно еще. Палочку потестил для Алекса Дашевского. Хочу сказать, работой своей доволен. Соберу вторую, поедут они в Нью-Йорк. Вот такая, повторюсь, палочка. Алекс, надеюсь, вам понравится. Рыбка обловлена. Вот такие вот пирожки. Так что в целом отлично. Форелевый сезон уже почти 2017. Есть. Есть, наконец. Говорю, форелевый сезон 2017. Куда ж ты в кусты пошла, родная? Куда, 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 куда? Выходи. Вот она, вот она. Открыли. Никита селфи делает. Ну, не селфи в чистом виде. Вот, надубасил здесь, надубасил там. Как впечатление от рыбалочки, Никитушка? Только положительно. Повторим забег как-нибудь, да? Да. Вот так. Вот сейчас вытащу эту рыбку. Тоже потом покажу свой улов. Ой-о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 й. Хорошая, хорошая рыбка. Базара нет. Дай дубиночку мне, пожалуйста. Успокой. Это тоже. Это уже точно крайнее. Крайнее не бывает. Честное слово, ребята, хотите забрать рыбу? Любую, не обязательно форель. Убивайте сразу, чтобы не мучилась. Это не жестоко, это благо. Вот. Такие вот пирожки. Вот это мой уловчик. Большом и на маленьком. Вот такая у нас сейчас погода. Вот, не знаю, у меня даже примерзла шторки в камере. Как там чего видно? Если резкости нет, то звоняйте, ребята. Во всяком случае, настроение отличное. Вот, Никитушка, пару слов про своего профи. Ты им никогда не ловил форель. Вот после наших тестов, кстати говоря, Никита себе купил фаворита профессионала. Как тебе он на форельке? Ты вот им целый день проловил? Отлично, хорошо отрабатывает рывки рыбы. По колебалочкам скажи, что бросал, какие веса, потому что... 3 грамма, 3,5 грамма. А, ты вот ниже этой ватерленда не опускался, не, да? Не, я мелкие не бросал. Потому что... Прекрасно, это, мне кажется, вот 3,5-4 грамма, это именно ее самый, ну, комфортный. Ну, я так и говорил, вот когда я обзор снимал, говорю, мы с Никитой ловили головля. 2-2,5 не, это так такое. Кидается, нормально, но... Как но 3,5 это за горизонт и все остальное, да? Комфортно. А я помню, когда ловили еще, в общем, ездили на головля, я 5 грамм кидал. Это вообще... А когда 9-10? Не, это не, ну, оно перегружает заметно. А вот именно 5 грамм ничего не перегружает, все это. Ну, здесь этого не надо. Ну ты не жалеешь, что купил? Не, ни в коем случае. Вот так. Отлично. Вот. На этом все. Будем собираться домой, потому что оно метет не по-детски. Вот. Спасибо большое всем за внимание. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. Никита, улыбочку сделай там.